Самые мощные на континенте железные птицы прилетели в Беларусь. Двумя истребителями Су-30СМ пополнилась белорусская армия. Встречали новобранцев на аэродроме в Барановичах. Боевые машины позволяют контролировать воздушное пространство и уничтожать цели при любой погоде. Пилотировать самолеты будут белорусские летчики. Специалисты уже прошли переподготовку. Необходимость перевооружения наших военно-воздушных сил на новые самолеты, она сформировалась достаточно давно. И она была вызвана тем, что те истребители Ми-29, которые и в наши дни являются эффективной машиной боевой, но они уже подошли к рубежу исчерпания своего ресурса, и морального, и физического, к рубежу, за которым ремонт и продление ресурса этих самолетов физически невозможно. Поэтому и возникла такая острая необходимость в поставке новых самолетов. Да, изначально в этом процессе мы пробовали договориться с Российской Федерацией об оказании помощи нам в решении этой сложной и очень затратной задачи. Вот. Взамен получили предложение о размещении на нашей территории военно-воздушной базы Российской Федерации. Но согласитесь, что это не одно и то же. И размещение здесь, на нашей земле, военно-воздушной базы, оно не решает проблему развития нашей собственной боевой авиации. Поэтому, конечно, мы стали опираться на собственные возможности. В этом процессе с самого начала непосредственно участвовал главнокомандующий вооруженными силами, глава нашего государства. И справедливости ради нужно сказать, что без его такого непосредственного участия, без поддержки, мы бы эту задачу сейчас не решили. Первые два истребителя доставили по государственному оборонному заказу из России. На следующей неделе в Беларусь прилетят еще два. Договор на поставку был подписан в 2017 году.